Привет, ну наконец-то вышло это обновление, крупненькое обновление симулятора енота. Наконец-то мы дождались, сколько было просьб поиграть в нее, но я не мог, потому что не было сюжетки, а теперь она есть. И мы теперь можем поиграть, и это очень круто, давай же начнем. В поисках запчастей новое задание у нас появилось. Нам нужно сперва сделать фундамент. Если кто не помнит, в прошлой серии мы построили себе вот такую вот небольшую халупу из металла. Она ржавенькая, но ничего, жить тут можно. В общем, берем, значит, фундамент и прибомбастиваем еще один вот сюда, к нашему домику. Вот так вот. У нас новое задание теперь поговорить с Джеком. Джекуль, я по тебе соскучился. Я бегу, своим хвостом виляю и бегу. Что-то как-то... Слушай, я медленно стал бегать. Поднабрал вес, что ли, за период ожидания компании. Ну что ж, Джек у нас здесь сидит, Джек-воробей. Давай поговорим, енот-пират. Он говорит, что нужно найти старика и поговорить с ним, ему нужна помощь. Даже, возможно, он даст нам какую-то работу. Окей, я пошел. Поговорить со стариком. Старик — это тот чувак, который помог Джеку реализоваться здесь, на этой свалке. Который нас пустил сюда. Пустил и дал жилье. Так. Или это другой старик, енот, которого мы спасали недавно. Пойдем посмотрим. Енотище, ты где? Старикуля, это ты? Нет, это не он. У нас же скейт есть, точно. Скейт, нитро. О, у нитро теперь ресурс появился. Раньше его не было. Нам нужно перебраться через эту стенку. Я тут смогу пролезть, интересно? Давай попробуем вот по этим бочкам. Хлыбыч. Бочка провалилась, ну не страшно. Хлыбыч. Надеюсь, тут нет невидимой стены. Или она есть? Что, есть невидимая стена? Блин, я хотел наверх залезть. Что, обходить это все? Да подожди, я уверен, что я смогу... О, ништячок! Ништячок. Значит, идем вот сюда. Какая стенка огромная. О, самосвал, смотри, стоит вон. Прикольный. Неужели мне дадут миссию по нему? Он прям выделяется, да, из общей среды. Может быть, что-то на самосвале буду делать? Блин, я не хотел сюда падать. Подождите. Я хочу взобраться наверх. Там было столько интересного видно. А, во-во. Смотри. Какая техника. А, тут, в принципе, все это было... Можно оббежать. Вот так вот. Хлыбыч сюда. У старика закипел подъемник. Походу, надо помочь найти запчасти для него. Старик, здорово! Енотский Дилун пришел к тебе. Че он говорит? Здорово. Можешь ли ты помочь мне в какой-то работе? Мой подъемник сломался, и нужно найти, короче, для него запчасти. Ну ладно. Disable an old workshop. Чего? Отключить старый подъемник? А, ну сейчас, подожди. А я хотел куда-то бежать. Сейчас попробуем его отключить. Вроде как disable это отключить или нет. Подожди, берем, значит, вот эту фигню. Это запчасти. Ага, задача завершена. Так, и теперь что? Нужно найти... Джан Кайр. Фиг его знает, что это такое. Пойдем. Короче, что-то надо найти. Сейчас найдем и увидим, что это такое. Так, куда нам идти-то? Значок показывает, что сюда вроде бы как. Что-то здесь... Вот, смотри, вот эти вот красные приблуды. Ага. Груда камней. А, нет, это груда камней. Вот! Я нашел. Это какой-то бачок был или что там? Теперь нужно найти циркулярную пилу. Хорошо. Камни, конечно, набрал вагон. Кстати, как кидать камни? Вот, все, вспомнил. Это хорошо. Короче, пока что мы тут шевелим своими булочками по свалочке и собираем деталюшечки. Кстати, у меня же скейт есть, я все забываю про скейт. Let's go! Go! На нитро. Что, где-то здесь? Где-то здесь? Или чуть дальше? Так, подожди, давай зайдем внутрь. В этот ржавый аутобус. Здесь можно что-нибудь стырить? Что-нибудь оторвать? Может, чуть-чуть за окошечко? А, вот, смотри, груд металла. Во-во, двигатель. Для циркулярной пилы. Отлично. И найти стол. Все ясно. Короче, я сейчас буду делать циркулярную пилу. Стол нужен, чтобы прикрепить все барахло, которое я нашел. О, тачка как подвешена. Прикольно. Это кто? Это... Остановить воришку. Ворует, прикинь, запчасти у деда. Совсем офигел. Сейчас я ему камень в жбан как кину. Куда ты бежишь, а? Негодяй. Куда ты драпаешь? Это девочка, кстати, по-моему, или нет?
остановилась. Это точно эта девочка. Нате. Связываем ее. Связываем. 3-3-3. А, это. У меня что, веревки нет? У меня же должна быть веревка. Короче, хватаю таблет. А, это планшет, это не стол. Что мне с тобой делать, девочка? Какого лешего ты тут вообще забыла? Ладно, пойдем, короче. Нужно построить workbench. Рабочий стол. Или как она по-другому-то называется? В Майнкрафте как называется, чтобы сделать... Верстак, вот, верстак. Старикан, я там обезоружил бандита. Девочка-бандитка. А ему пофиг, он дальше там чинит невидимую какую-то фигульну. Ну и хорошо, погнали тогда к себе домой. И я там сделаю верстак. Что ж с тобой сделать-то? Да пофиг уже на самом-то деле, пускай бегает. Жалко, нет веревки, так бы я ее связал. Да, она, походу, спортсменка. Смотри, она занимается спортом, круги наворачивает. У нее явно недостаток физкультуры. Физруком, однако, хочет стать. Ну хорошо. Поскольку я не могу пробраться обратно на свою территорию, к домику, верстак, скорее всего, лучше построить где-нибудь здесь с дедом. Не вопрос. Давай здесь и забубехаем, значит. Верстачок, где он у нас тут? Вот он. Похоже, это он. Все запчасти собраны. Давай поставим где-то... А я здесь и не могу строить, прикинь. Ну ладно, пошли тогда ко мне в дом. О, я к этому же чуваку хотел подъехать, посмотреть, что тут, как тут. Можно туда залезть, поуправлять? Нет, туда я не залезу. Ну хорошо, раз я сюда залезть не могу... О, что-то могу сделать. Мусоровоз. Я залез в мусоровоз, прикол. И могут кидаться мусоркой. Забавно. Значит, будет какая-то миссия, связанная с ней. Ну, хорошо. Мы на моей свалке. Ну, как на моей? На моей территории, где я могу строить. Сейчас я сделаю себе тут верстак. Для него как раз и фундамент был реализован. Я же могу здесь? Да, точно. Его можно, в принципе, не только на фундамент, но и на землю поставить. Но я поставлю на фундамент. Как мне его только повернуть? Хочу повернуть. Все, нашел. Нашел, как все это дело ротейтить. Наконец-то я все сделаю по красоте. У меня будет самый четкий домик в районе. Да, теперь мне нужно найти апдейт какой-то для вот этой вот штуки. И, блин, опять надпись, типа, следи за обновлениями, следующее обновление 15 июля. Да ну нафиг. В прошлый раз они писали, что в конце мая будет, потом я прождал еще июнь, и теперь еще июль ждать. Ну вот, написано, типа, дождитесь апдейта в задачах. Так неинтересно. Давай попробуем что-нибудь скрафтить. Вот смотри, у нас есть граната. У нас есть вантус, и у нас есть веревка. Что еще есть? Это все. Это все, что у нас тут есть. Ага, ну то есть вантус я могу прямо сейчас уже сделать. А, нет, не смогу. У меня нет самого вантуса, веревки. Вантус, это будет, знаешь, типа крюк-кошка. Граната. Нужен огнетушитель, лист металлический и уголь, или это порох? Наверное, порох. Значит, веревочка. Где бы нам раздобыть веревочку? На стройку, может быть, сбегать? Давай сбегаем на стройку, реально. Почему бы нет? О, гляди-ка. Тут эта чувиха стоит. Чё тебе надо здесь, а? Чё ты тут потеряла? Ну и фиг с ней, я дверь закрою, чтобы она туда не проникала, и все. Дальше едем на строечку. Там у нас до сих пор пожар, его не потушили. Слушай, а я могу открыть машину полицейских? Нет, не могу. Полицейские? Ну, попадаться им я не хочу. Потому что у меня толком даже в вооружениях ничего нет. У меня ни камни, ни веревочки. А вот это что такое? Вот это вот. Нажмите, чтобы убрать. Куда убрать? Что это такое? Боулинг-шар, что ли? Так, ладно. Ой, тихо, 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 тихо. Где бы у вас тут веревочку-то стырить? Вон, смотри, это коморка. Там, уверен, была бы веревка. Но туда я не пойду, потому что дофига народу. Вон рабочий сверху. Все, финита ля комедия. Я на последнем этаже, наконец-то. Я сюда залез. Где мой скейтборд? Эй, скейтборд. Вот он мой, миленький. Ну чё? Ай-ю-ху! Блин, не получилось отсюда спрыгнуть прямо в самый низ. Да-да-да! Оп-оп-оп, спокуха, спокуха. Тут у меня чувачки, вот. Приветище. Давай-ка я попробую взять вот эту штуку. Подтащить к нему. Да, все хорошечно. Инструменты забрать я мог бы, но не хочу. Хотя, кто знает, может там что полезное. Тут ничего нету. Ладно, заберем тогда инструменты. Давай, веревочка, хватайся. Хотя зачем мне веревочка, если я могу как Халк таскать эту бандурину. Попробуем зайти в коморочку. Можно же туда зайти? Сумка какая-то. Поднять ее никак. Не, в коморку, кстати, не зайти.
печально. Че, получается, веревки я здесь не найду. Значит, надо сходить к нашему стариканскому еноту и попробовать у него купить веревку. Но денег у меня нет. Как он может мне продать веревку? Там он есть бетономешалка, и она, по-моему, полная. Там еще одни инструменты есть. Так. Нажмите, чтобы использовать. Сюда людей приманить, типа. Так, спокойно. Бетономешалка. Хоп. Есть. Ребят, идите сюда. Вон, они уже хотят бежать за мной. Черт, вы должны... Да, капец. Че, он что-то... О, меня поймали. Я же бетон там расфигачил. Ну, капец. И где я появлюсь, интересно? Ентер. Это... Нифига ж себе. А я опять в полицейском участке. А, кстати, тут, по-моему, была веревка, если не ошибаюсь. Вроде бы как. Но это даже нам на руку. Что, что я здесь очутился? Сейчас все тут проверим, все обыщем. Огнетушитель возьмем. Даже два огнетушителя. Сумка у меня что? Все в сумке сохранилось, все осталось. Это чудесно. Надо где-нибудь камней найти. Или чашек с чаем, чтобы тут разлить все. Ага, там у нас проводка поломана, смотри. Это я в прошлый раз сломал. Могу сразу отсюда выбежать, в принципе. Алло, могу тут еще пошалить. Так, давай. Во. Отлично, двери открыты. Тут пока никого. Здесь заперто, никак не попасть. Веревочка, ну где же ты? Веревочка. О, полицейский стоит. Могу коробку надеть на башку и пробраться. Тун-тун-ту-ту-тун-тун. О, моя ловушечка, смотри, старенькая тут. В коробку водички давай. Сейчас нальем. Вот так вот водички. Ту-ту-ту-ту. Джеймс Бонд, енот 004. Очкую я немножечко, конечно. Меня сейчас могут запалить. Так, ребята. Надо что-то в них кинуть, чтобы они на меня сагрились. Ну что? Подожди, они бегут за мной. Блин, их даже вода не остановила. Ёпарасете. А это что такое, тренировочный лагерь для собак? Прикольно, пёсик, привет. Залезем вот сюда наверх, надеюсь, меня не поймает. Ай, зачем? Нет. Все, от меня отстали. Да, полицейские ушли, фух. А в тренировочном лагере у нас есть? Веревочка. Почему-то ловушки перестали работать. О, чашки с кофе. Это хорошо, можно будет сейчас с полицейским пашбаном давать. Дверь заперта. Могу залезть вот сюда. Так, мне еще пожрать надо, пончиков натырить надо в полицейском участке. Песень. Надеюсь, песель на меня не агрится, потому что они что, животные? Попыточка номер два. Значит, я сейчас сделаю вот так. Растяну тут вот эту штуку. Отлично. Налью тут водицы. И кину... кого-нибудь. Ему пофиг. Да вы чё? Эй! Аккуратненько. Так. О-о-о, пошёл. Давай, падай. Смотри, он даже об верёвку, ему пофиг вообще. Тут чё, закрыли опять? Чёрт! Ну, короче, всё, я понял, что копы читеры. О, дверь открыл, спасибо. Заберу тогда сейчас свою ловушечку вот так, втихаря. И просто отсюда валим. На скейте поеду на склад опять. Мочим отсюда. Я бы, конечно, тачку взял. Но с тачками есть сложности. А интересно, сюда я могу зайти? Вот сюда. Там коп. Подожди-ка. Давай мы объедем все это дело. Вот сюда. Тут может быть веревочка. Там еще велосипед есть. Канистра с топляком. Вот этот коп, он точно попадется в мою ловушечку. 100%, потому что у него желтая метка, а вот теперь белая. Веревка тут есть, нет? Веревка. Где ты, веревка? Так, что-то могу взять или сломать? Что? А, вот инструменты. Отверточка еще одна. Я не знаю, еще такое. Форда, борда. Огнетушитель. Сколько у меня? О, у меня уже под завязочку все. Можно я вот это вот достану, поставлю и посмотрю, что это такое? Что это такое? Боулинг-шар. Для чего? А, это не боулинг-шар, это бильярдный шар. Это я в доме, когда ковырялся, я вот... О, плоскогубцы. Вау, ты меня не сможешь достать. На тебе
Он меня достал каким-то макаром. Ну какого лешего вообще? Я снова сюда вернулся. И сейчас заряжу ему боулинг шаром прям в жбан. Вот так вот. Все, готов. Боулинг шар, никто ему не противостоит. Он слишком мощный. Че с тобой могу, работник питомника, сделать? Ничего. Без веревки ничего. Быстренько тут, короче, шаримся. Я вон там на верстаке видел еще какие-то инструменты. А еще я кушать хочу. Вот, бензопила, там прочая всякая лабуда. Вот это вот забираем. Может быть, я нашему еноту продам, и он мне даст денег за это. И я у него куплю веревки. Все. Мы на заправочке, и там всегда есть чем поживиться. Что покушать? Сейчас зайдем и свистнем что-нибудь. Так. А вон там что за место? Парк какой-то. Че, я сюда не могу зайти? Смотри, сколько там еды, там булки, чипсы. А я туда попасть не могу. Это несправедливо. Может, через задний ход? Задний проход. Так. Откройся, дверка. Ну, пожалуйста. Нет, никак. Я не прихотливое животное. Могу и объедки поесть, в принципе. Тут просто детская площадка. Почему на детской площадке копы что-то там делают, а? Так, ну тут у нас просто прицеп. Пойдем посмотрим на полицейских питомника. Что они там забыли? Чем там нужно, а? Камушки тут свистнуть можно? Камень, да. Давай камни возьмем. Вон они, смотри, сидят тут на лавочках, развлекаются. Копы эти. Что-то там прыгают. Качельки. Я могу на качельках покататься? Юху! Нет, не могу. Ну прикольно, детская площадка, чё? А с этой горки могу скатиться? Ну-ка, на своей жирной попке? Не могу. Слишком лохматый. Ты посмотри, это церковь? Или храм какой-то? Сейчас подъедем, посмотрим. Может, там подношения какие приносит? И там тоже есть печеньки или что-нибудь такое? О, чёрт. Ещё что-нибудь есть? Смотри, как забаррикадировано. Вы чё? Чё за двери такие мощные? Как я их открою? Никак туда тоже не попасть. Блинский, где еда? Где мне ее достать? Заехал в жилой район. В надежде на то... Оп, ловля енотов. Тут вот что-то непонятное происходит. Просто катаюсь, меня даже никто не ловит. Да, гоним. Гоним отсюда. Гоним. Короче, тут все закрыто, нигде тоже не поесть. Только если в мусорку запрыгнуть, где-то там не факт, что что-то будет. Я быстрее ветра мчу, как скалолаз. Хочу посмотреть, что в другой стороне города, я там еще ни разу не был. И потом вернемся к нашему старикану-еноту. Так. Что-то как-то тут совсем скучненько. У меня, кстати, огнетушитель сдох. Уличная еда, стритфуд. Может, тут что есть? Главное, тут даже никого и не стоит. Она пустая, что ли? Подожди. Пожрать, дайте пожрать. Это просто текстуры. Да уж. Меня развели. Это как дежавю в пустыне. Смотри-ка, мне кажется, или там двери открыты? Открыты же двери, да? Кажется, здесь можно пройти. Меня тоже тут обдурили. Ну ж сколько можно-то? Разработчики подкаливают меня, это капец просто. Смотри. Тут и лестница тоже такая себе. О, я внутрь дома зашел, ты посмотри. Я под домом, я крутой. Дорогу еноту все должны уступать. Все должны уступать. Хоп-пана. Ты чё, обалдеть? Надо было ему, кружку кофе запульнить. Давай догоним его. Давай, сейчас догоним, запульнем. Не исчезай, чувачок. Жалко, у меня нитро кончилось. Чё там как-то быстро едет. Походу, не успею запульнуть. А сзади никого нет? Не, никого нет. Ну вот. Ну пофиг, короче, возвращаемся на нашу стройку. Доедем до дедули. И попробуем продать вещи, которые я натырил. Вот это сейчас в жбан еще заряжу. Жалко, конечно, что я веревки не нашел. Нате! Кофе. Эй! Вообще не могу ничего делать. Надо покушать. Прям капец как. Сил нету. Сил селешенек. Вот он наш фирменный енотский магазин. Только почему он закрыт? Дедуля, привет! Привет тебе, дедуля. Я приехал взять у тебя веревки. У тебя же есть веревка? Скотч точно есть. И веревка вот есть. Веревка. О, я ее взял. Отлично. Теперь она у нас есть. Енот-пират. Давай поболтаем. В смысле, какой енот-пират? Это же енот-ученый. Енот-пират, блин.
Дидоль, привет. Почему? Почему я с ним не могу болтать? Сломали игру окончательно. Так, понятно. Сейф. Куча всякого барахла, но, к сожалению, продать я не могу, потому что забагали игру. Ничего взять не могу, вообще ничего. Вот же Вантус лежит. Мне бы еще Вантус взять, и все, у меня был бы Вантус-кошка. Но, к сожалению, нет. Так не бывает. Эх, не было печали. Поедем сейчас... О, да, у меня же огнетушитель появился. Поехали сейчас, зайдем в нашу штаб-квартиру. Крутую енотскую. Заходим. Тут есть что стырить? А, ты тоже тут, да? Развлекаешься и отдыхаешь. О, ты разметил территорию города? Ну, мы везде уже побывали, на самом-то деле. Ну что ж, давай хотя бы я вот эту тетечку бомбану и свяжу. Тетечка? А куда тетечка дела? Я пока доставал веревку, она куда-то по текстуру, что ли, свалилась? Ну вот. Ладно. Поехали тогда инструменты хотя бы заберем. А, во-во-во-во-во. Камень, 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 камень. На тебе в тачку. Это в отместку на то, что меня в прошлый раз били. О, вот она, эта тачка едет. Я... А ты... Да что такое-то, а? Рейндж-ровер, вот так вот, на тебе. Эх, сейчас камешек заберу, главное, чтобы меня не задавили. Черт, не наезжай на камень. Не наезжай. Есть, я забрал камень. О, быстрее уходим. Опасно, очень опасно на дороге шуршать, когда у тебя нет сил. Тихонечко прокрадываемся, главное, чтобы нас никто не заметил. В прошлый раз, по-моему, я два ящика спер. В этот раз я попробую столько же спереть. Чего мне? Больше, меньше? Так, подожди, тут надо слезть. Надо быть очень аккуратно. Вот он мой ящичек. Забираем его. Надеюсь, нас не заметят. Бежим. Как думаешь, я смогу перекинуть через забор его и все? Нет, силов не хватает, подожди. Но я знаю, как это сделать грамотно. Вот так вот, туда наверх сейчас закинем. Теперь надо самому туда залезть как-то. Так, сюда, вот, отлично. Теперь я беру вот эту вот штуку. И вот так вот. Стой! Иди сюда наверх. Поднимаем еще разок. И теперь... Вот и все. О. А теперь я смотри, что делаю. Достаем скейтик. И просто на нитро. Вот тут вот так вот мимо полицаев про... Черт, я застрял. Да капец. Нет, меня не должны поймать. Меня поймали. Так, да, все-таки попытаемся еще разок кинуть в кофе. И вот эту девчулю. На тебе. Теперь берем веревочку и связываем тебя. Ну, наконец-то я ее поймал. Аллилуйя, все. Теперь сиди здесь на коленках. Надеюсь, его другие еноты не стырили. А если стырили, то это печально. Да, вот он, мой ящичек. Хорошечно. Забираем его. Покатили. Теперь главное, чтобы меня не сбил кто-нибудь на дороге, какой-нибудь умник. Давай, проезжай скорее. Я тут иду. Там тачек нет, хотя он синяя едет. Здесь с этой стороны ничего нету, все далеко. Наш личный охранник до сих пор здесь сидит, это хорошо. Давай посмотрим ему в лицо. В очках. Крутая какая-то девчуля. Ну все, мы дошли. Вон кран к нам подъезжает, как раз сейчас туда сгрузим все. И будет нам счастье, я надеюсь. Значит, отпускаем ящик. О-о-о-о, спокойно. Спокойно, давай я его подниму. Убираем скейт. И теперь ставим его сюда. Вроде в прошлый раз я так сделал. Все. Плюс 250 материалов на мой новый дом. Четко. Ну что, на сегодня это все, потому что, в принципе, больше я тут ничего не могу сделать. Нужно ждать обновления. Ждали с мая, но теперь, походу, еще надо будет ждать июль. Не верьте вот этой надписи, типа 15 июля выйдет обновление. В прошлый раз также было написано, прождали в итоге 2 месяца. Я думаю, что до конца... Лето точно придется ждать обновления. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Енот, тоже рад, что ты был здесь. Не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике.